Здорово, ребят! Меня зовут Евгений, вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга. Сегодня в видео я хочу с вами поговорить о недвижимости. Я вам регулярно снимаю видеоразборы определенных локаций в Питере, даю рекомендации, стоит, не стоит покупать себе там квартиру, да. Сегодня я нахожусь в Москве и решил с вами съездить в обычный спальный район нашей столицы, да, и показать, как живут москвичи, сколько стоит там купить себе квартиру, сколько стоит арендовать квартиру. В общем, давайте, ребятки, съездим на окраину города за МКАД. Поедем на метро, если что. Стартуем мы от станции метро Арбатская. Матерь Божья, ребята, в одном пятачке, раз, два, три, четыре станции. Ну, сейчас будем разбираться, куда идти, да. Проходим. Станция построена в 1951-52 году. Давайте посмотрим, как строили. Сколько? 70 лет назад, да? Ну, боже мой, потолок волшебный, люстры прекрасные. Пока по навигации, ребят, все четыре станции там внизу. Ну, поехали, будем разбираться. Так, стоп, видите, я же неправильно встал. Москвичи носят как угорелые по этой стороне, а Коршун... Ну, приехал с белорусской деревни, парень, ребят. Ну, бывает, да. Не веду себя как москвич, ничего страшного. Переживем, да? Вау, Коршун, станция действительно очень красивая. Смотрите, да, как раньше строили. Ассоциируется с царской Россией. Вот такие люстры, да, вот вентиля. Такое ощущение, что я где-то по палатам гуляю, а не в метро нахожусь. 11 утра, интервал движения 2 минуты. Неплохо. И знаете, сколько людей много? Я время засек, посмотрим, за сколько мы доберемся. Хорошо? Меняю вагон, там явно какая-то бомжара едет, ребят, там дышать нечем. Так, заходим сюда. О, здесь почище, все. Трындец, друзья мои, мы очень долго ехали. Сейчас скажу вам время, сколько конкретно занял путь. О, сейчас я буду землю целовать от счастья. Так, ребят, 38 минут с платформы Арбата. Представляете? А я еще ору, что в Петербурге ветка синяя длинная. Ребята, все, беру свои слова обратно. А то реально можно выспаться прям, ух. Набраться силы и энергии по дороге на работу, да? Только не говорите, что... Нет, слава богу, эскалатор недолгий. Подниматься, ребята, чуть-чуть. Ну что, ребят, готовы увидеть спальный район Москвы на окраине города? Ох! Ну что, дома. Высотки, да? Здесь у нас между домами ЛЭП. Под ней гаражи, стоянка с этой стороны. А дальше в область вот такая картина. Ну, а мы сейчас с вами дошли до вот как раз Пятницкого шоссе, также и называется станция метро. Вот куда мы с вами приехали. Вот оттуда мы идем, вон она, черненькая, да? Минуты две точно, ребят, прождал, пока загорится зеленый. Так, ладно, переходим, слава богу. Ну что, дома. Рядом небольшой сквер. Давайте разбираться, сколько стоит купить здесь себе квартиру. В этом доме продаются только трешки, значит, 74 метра, ребят, за 19 900. Цена за квадратный метр 267 тысяч. Но это вариант «Заезжай, живи», продают ее с мебелью. Ну что, большая квартира у метро с московской пропиской, ребята. Вот ее плюс-минус цена, что вы понимали, 40 минут до центра. Аренда, знаете, сколько стоит? За 60 тысяч я нашел объявление, но это двушка. В принципе, если двоим снимать, ну, каждому по комнате, получается 30 тысяч, ну, где-то еще по 2500 квартплата. В Москве, в принципе, можно зарабатывать сотку. Поэтому, ребят, у вас 70 тысяч остается на руки. Я считаю, что это неплохо, да? Единственное, что далеко ездить. А сейчас предлагаю зайти, посмотреть, что творится во дворе внутри, да? Ну, очень высокие дома, друзья мои, очень. В будний день все запарковано автомобилями, вообще нет места, серьезно, да? Там у нас садик, там у нас получается школа. Подъезды, естественно, закрыты на домофонах. Знаете, что меня удивило? Что рядом все равно растет вот эта калина, ее никто не срывает, да? Но она такая немножко уже пожмякла. Ну, несмотря на то, что дома действительно очень высокие, достаточно здесь тихо, спокойно. Единственное, меня убила вот эта табличка. Выгул собак запрещен. А где мне собаку выгулять? Ну, серьезно. Ну, вот получается,
Вот, видите, все в заборах. Буквально вот выделены какие-то крохи для просто для того, чтобы вам пройтись. Вообще, москвичи очень такие неконтактные люди. Подходить, что-то спрашивать, не знаю, могут и послать. Давайте попробуем. Добрый день. Вы живете здесь, да? Спросите, что хотел у вас. Люди очень неконтактные, ребят. Прям вообще, прям ты к ним подходишь, они такое ощущение, что им страшно становится, что я их ограблю. Абсолютно ну, другие, чем в Петербурге, поэтому, возможно, даже и не смогу с кем-то пообщаться нормально. Что у нас еще интересно есть в Москве, это раздельный сбор мусора. Действительно, пластик сбрасывают, здесь смешанные отходы, там воняет. И здесь тоже смешанные отходы. Так, какой-то подъезд, не знаю, пустят, не пустят меня. Давайте попробуем зайти. Попытался зайти в подъезд, ребят, тоже нельзя. Сидит консьерж, спрашивает, куда, зачем. В общем, в Москве, короче, как-то, ну, жестче, чем у нас в Петербурге. Смотрите, как машины запаркованы, да? То есть вот эти машины реально не выйдут, потому что им мешают тут эти. Но, видимо, договоренность есть. Слушайте, ну, несмотря на то, что тут вокруг одни небоскребы, да, что с этой стороны, что вот с этой, да, все равно, ну, обратите внимание, людей-то не так тут... так уже и много. Продолжаем разбираться с ценами. Значит, смотрите, однушка 38 метров продается за 10 миллионов 800 тысяч рублей. Цена за метр 285 тысяч. Попробуем с этой стороны, скажем так, испытать удачу. Зайдем во двор, может кто-то со мной пообщается. Ребята, здравствуйте. А можно спросить, в этом районе в школу, в садик сложно устроиться с ребенком? Не знаете, да? С рождения в очередь стали, да? Большая очередь, не в курсе? У нас по льготам. У нас просто льготы. А, льготы, да? Ну, а вообще не слышали, как народ? Вообще-то, да. Большие очереди, да? Не знаете, сколько детей в классе там? Человек? Не знаете, ладно, спасибо. Вот вам и пожалуйста, ребят. Район старый, да. И вместе с тем, вот, ребят сказали, что очень большие очереди, трудно попасть в садик, в школу. А знаете, в чем причина? Все прут в Москву. Вот все поголовно лезут. Ну, ребят, в связи с этим, конечно, проблема. Тут на одну квартиру по-любому 50 человек прописано. Но дворы, друзья мои, честно, они классные. Они зеленые, они чистые, да. Там вот площадки, там дети. Ну, все вот, знаете, нет какой-то запущенности. Здравствуйте. Можно спросить у вас? Я блогер, про этот район снимаю. Скажите, в садик, в школу сложно здесь устроиться, не знаете? Нет, в целом. Мы в очередь стали с рождения. Ага. Вот, и потом нам пришло распределение, когда поступать на почту. Я, правда, этого не видела. Ясно. Но вы по льготе получали или нет? Нет? Много у вас в группе детей? Ой, сейчас тоже летают дороги. А таким 20 человек у нас. 20 человек, да? Да, ну, вы понимаете, что ходят-то не все. Максимум человек 10 ходят. А, вот так, да. Ходят все. А в школу, как не знаете, много здесь детей ходят? Не знаю, это только за детский садик. Ясно. Вы где живете, да? Да. Нравится вам Митино? Да, конечно. Довольно? Да. Переехали в другую часть Москвы? Ну, я вообще родилась на Новослободской, мы с родителями раньше жили на Новослободской. В центре, да? Ну, ага. Конечно. А когда началась приватизация, угу. Все, ну, сами знаете, угу. Вот здесь квартиру как раз. И с Новослободской переехали за МКАД? Да. Не жалеете? Ну, я жалею. Жалеете, да? Родители, наверное, нет, они хотели подальше. Ребят, вы слышали, как общаются коренные москвичи с открытой душой? Рассказала, не спрашивала, что вы тут снимаете, еще что-то, да. Мне было приятно с ней пообщаться. И самое, знаете, ценное в ее разговоре то, что проблема в Москве такая же, как и в Петербурге. Если вас выселяют из центра, да, вам предлагают за МКАДом. Не нравится, других вариантов нет. И человек переехал, да. Здравствуйте. Я блогер, можно пару вопросов вам задать? Вас снимать не буду. Вы живете здесь, да, в Митино? Да. Как вам? Довольны районом? Ну, в целом, вот, переехали бы в другую часть Москвы? Нет. Нет? Пару плюсов, пару минусов, можете сказать? Район зеленый. Минус, ага. Трактор по утрам ездит. Ну, это везде трактор ездит. А скажите, а мигрантов вот этих много здесь? Вот. Вы знаете, вот единственное, что я вчера еще шла, я как бы здесь, я москвичка, все. Угу. Вот между Авоськой и нашим домом. Угу. Ну, красивый такой построили сказочный вот этот торговый центр. Да. Вот угу. И напротив вот две лавочки. Угу. На этих лавочках всегда сидят пьяные. Они сидят, распевают. И все это вот идут к метро люди. Угу. Идут к метро. Угу. Все мимо них проходят. Я не знаю.
Вас это возмутило, да? Скажите, ночью опасно здесь ходить? Там 2 часа ночи, в 3 часа ночи? Нет. Угу. Так, мне разрешили зайти в подъезд, показать, как живут москвичи. Сейчас посмотрим, отличается от Питера или нет. Очень хорошо. Ой, как у вас чисто. Да, у нас чисто, у нас красивые двери. Прям цветы у нас везде. Цветы, потому что у нас вот консьержка сидит. Здравствуйте. Вот, У вас прям как домой захочу. Сейчас туда зайду, просто покажу все. Прям цветы везде, да. 2 лифта у вас, один большой, 2 один маленький, лифта да. У нас был ремонт, лифты поменяли. А ремонт когда был у вас в доме примерно? Ой. Не помните? Ну, у вас дом 92-го года, по-моему, да, я смотрел? Да, 92-го года, у нас правление. Слушайте, даже. Ну, по сравнению с Петербургом, конечно, у вас идеальная чистота. Нет, у нас очень чисто, у нас убираются. А все подъезды в Москве такие? Ну, вот вы как москвичка. Ну, здесь, это же как бы новый, считается, район. Не все? А вот пятиэтажки, вот хрущевки, какие подъезды, чистые или... Относительно. У меня дочь живет в районе Семеновского, там 9-этаж кирпичный. Ага. И там по праздникам подъезды убираются. Ну, управляющая компания зависит, ясно. Да, угу. И дворы также. Ну, у вас очень чисто здесь, спасибо вам. Слушайте, а не скажете, сколько квартплата в среднем в Москве за однушку, не знаете? Квартплата, вот за трешку я вам скажу, 8. Это зимой, да? Почему? Все время. А, у вас все время? Отопление круглый год берут. А, у вас отопление круглый год берут? Да. А у нас в Питере нет, у нас летом не берут, а зимой берут. Друзья, я под таким впечатлением, я сколько снимаю такие ролики, да, когда хожу, рассказываю, общаюсь с людьми, и впервые вот так открыто люди доброжелательно начинают мне все рассказывать, показывать и сами предлагать что-то, в общем, где? В Москве, где существует стереотип, что люди замкнутые, необщительные. Ребят, самое главное — найти коренного москвича. И он вам все расскажет, покажет, поможет. Вот в чем секрет успеха, да, моего сегодняшнего видео. Ну давайте уже, если мы разбираем район, так разбираем его полностью. Остановка, да, давайте посмотрим, что здесь есть. Она стеклянная, не расписанная, не грязная, не пыльная. Можно посидеть. Здесь у нас с вами расписание автобусов, куда они едут, да. Никаких электронных табло, ничего я не вижу. Вижу видеокамеру здесь, да. И, в принципе, все. Больше ничего нет. Ну и реклама. Мы сейчас находимся в Митино. Так, это место называется в Москве. Но сам по себе, вот честно, район неплохой. Он достаточно зеленый, да. То есть прям здесь такая аллея. И расстояние между домами, да, невысокие. И вместе с тем, не такое уже и маленькое. То есть, ну посмотрите, люди не живут окна в окна, да, очень-очень здесь большой метраж. Зашел в очередной двор, опять же, чистота, но очень мало места. Так, Митина управа, ну, видимо, управляющая какая-то структура здесь находится. На этот дом почему обратил внимание, ребят? Потому что он более новый. Если там, получается, у нас 90-е годы, да, это уже пошли 2000-е. ТСЖ Митина 33. Здесь она тоже консьерж, да? Давайте посмотрим. Ну, ребят, опять же, достаточно чисто, аккуратно, там внутри вон зеркало даже есть, да? Есть такая закономерность, чем новее дом, тем выше цена, да? Проверяем. Двушка 67 метров, не маленькая, ребят, стоит 24,5 миллиона рублей. Цена за метр 360 тысяч, на 80 тысяч дороже, чем вон в тех старых домах, которые, ну, на сколько? Ну, на лет 20 точно старше. О! Давайте посмотрим, какая реклама висит на московских подъездах. Так, ремонт стиральных машин, ребята, это все. Надо проверять 250 тысяч раз, потому что я сам лично нарвался на развод. Напоминаю, что я сам из Санкт-Петербурга и хочу сейчас зачитать донат. Почему напомню, что я из Питера? Потому что он связан с любимым городом. Аноним прислал мне 100 рублей. Спасибо большое за поддержку, Коршунан. Общественность просит обзор. Спасибо. Прочитал, улыбался, когда это видел, да? Поселок Песочный, курортный квартал, улица Садовая. И еще в поселке Песочный вкусный шаверма «Вкус Востока». Ребят, еще не все. Для людей, которым нужна московская прописка, да, у вас есть возможность купить комнату здесь за 4 миллиона 350 тысяч рублей. Комната продается в двухкомнатной квартире. Ну, цена за метр, конечно, 362 тысячи, это дорого, но комнаты всегда дорогие, если их переводить в квадратуру. И вместе с тем, за эту сумму вы можете стать законным москвичом. Да, 4 300. Вот так, это, я считаю, не очень-то и дорого. Если вдруг вы хотите приобрести здесь жилье и потом его сдавать, так
Так вот, комнату можно сдать здесь за 25 тысяч рублей в месяц. Ну, либо вы хотите в Москву переехать, за эту сумму вы можете снять. Но я бы лучше за 60 снял на двоих двушку, ребята. Жить с хозяевами, не дай боже. Обалдеть, как красиво. Это спальный район Москвы. Это не центр, это не для туристов сделано. Это все построено для людей, которые здесь живут каждый день. Насколько все-таки власть заботится о своих горожанах, да? Я это чувствую. Что по подъездам, да, не помойка, все аккуратно, чисто, красиво. Что здесь, ни мусора, ничего нет, все благоустроено. Ни страшных кривых фасадов, облупленных, ничего нет. Все прям вот идеально. Самое интересное, что некоторые люди, которые живут в Москве, они недолюбливают Собянина. Не знаю, с чем это связано. Хотя вот кажется, ну все чисто, аккуратно, красиво. Жиру бесится, я вам так скажу, да. Мы дошли с вами до станции метро Митина. Слушайте, мне здесь так понравилось, давайте еще немножко прогуляемся, да. Там через пару дворов будет еще одна станция. Может, еще что-нибудь интересное с вами увидим, хорошо? Идем. Опять же, переход в спальном районе. Чисто, аккуратно, не воняет. В общем, как положено, да? Мороженое. Ларек продается, в ларьке продается только эскимо. Давайте посмотрим цены. Не так дорого. 130, 112, 55. Так интересно, мне напомнило что-то немножко, знаете, вот из детства. Так же у нас в Минске вот киоски стояли, сейчас такого нет. А здесь, видите, сохранилось. Видимо, спросом пользуется, народ покупает. Опа, ребят, поликлиника. Я подумал, дворец, если честно, какого-то императора. Ну что, зайдем, посмотрим, что там внутри. Детская городская поликлиника номер 140. Так, есть бахилы. Ну да, здесь прям современное, красивое, новое здание. Я попросился в туалет. Ребят, это поликлиника государственная, то есть здесь вы бесплатно получаете медицинскую помощь. Я знаю, для некоторых жителей некоторых стран это нонсенс. Вот так. Самое главное, ребят, не как советская власть. Помните, так, краска покрашена, вот это вот алкидное, голубого цвета, да, облупленное что-то. Вот, пожалуйста, чисто, аккуратно. Сидушечки вам, бумажка. Красота. Я сам из Санкт-Петербурга, блогер. Вы не знаете, что к врачу попасть? Большие очереди здесь? Нет, небольшие. То есть в день приема можно сразу к врачу попасть, да? Ладно, спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Автомат для надевания бахил. Ладно, я одел сам, но просто впервые такое вижу. Я могу сказать, что здравоохранение становится лучше и лучше. Видимо, запущена какая-то программа в Петербурге. Слава богу, ребят, я редко пользуюсь, потому что закаляюсь. И вместе с тем поликлиники тоже ремонтируют. Они приобретают нормальный человеческий вид. В общем, улучшение есть. Но в Москве, ребят, идеально просто. Просто вот идеально не прицепиться. Еще более новый дом. Построен он в 2017 году. Смотрите, как опять меняется цена. И в... Ой, для нас с вами не в лучшую сторону. Короче, смотрите, однушку продают за 16 миллионов 500 тысяч рублей. Цена за квадратный метр практически 400 тысяч. Вижу отличие. Я уверен, вы его тоже заметите сейчас, да? Нет машин. Вообще ни одной. Смотрите, да? Но это лучше, конечно. И дети могут спокойно носиться, бегать, да? Да и как-то и посвободнее. Показываю вам подъезд. Это все, на что способен Коршун. И вместе с тем, вон стоят цветы, вон вижу большое зеркало, написано «Life» — это жизнь по-английски, да, «Митинская». Ну, в общем, вот так. Ну и везде консьержи. А для блогера, ребят, это препятствие. Куды, зачем, чего, где нас будут показывать, а может не надо. Вот на все эти вопросы приходится отвечать. Так, сегодня в городе зашел купить воды. Вообще, по ценам на продукты в Москве я снимал отдельный ролик. Можете зайти на канале и посмотреть у меня. Ну, в двух словах вам покажу. Чисто, аккуратно, да. Только гроши, как говорится, да. Цены такие же, как и в Питере. Ребят, возьмем маленькую водичку вот. Не, маленькой мне будет мало, наверное, да? Возьмем, давайте побольше. 40 рублей его, 1,5 литра, убейся. Ну, давай. О, все, оплачу. Так, ребят, скажу вам. Если бы не космические цены на аренду, на покупку жилья, в Москве жить здесь достаточно можно. То есть коммуналка, продукты и все остальное, ну, вот то, что мы чем пользуемся каждый день, стоит так же, а иногда даже дешевле, чем в регионах. Несмотря на то, что зарплаты выше. Вот такая несправедливость, такой дисбаланс. Ну что, Коршуны, давайте сделаем вывод. Несмотря на то, что мы за кольцевой, вместе с тем, это московская прописка, более бюджетные цены. Да, вы не ослышались, для Москвы это дешево, ребят.
чем ближе к центру, тем цена за квадратный метр, за квартиру будет выше, 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 выше. Это столица. Много людей хотят жить здесь. Каждый десятый россиянин, ребят, на минуточку, живет в Москве. Только по официальной вот этой прописке, да. А сколько неофициально? Вы понимаете, какая конкуренция вот на эти квадратные метры? В связи с этим, естественно, и цены такие высокие. А сейчас о минусах. Ребят, если вы водитель, то вы будете здесь испытывать постоянные проблемы с парковкой. Это вот во всей Москве, друзья, вот такая ситуация. Существуют проблемы с устройством ребенка в садик, в школу. Да, власть их решает, и вместе с тем, ребят, до сих пор остаются вот эти очереди. И они не только в Москве, в Петербурге, вообще во всех крупных городах. Ну и по транспортной доступности, да, на метро 40 минут вы в центре. Однако, если где-нибудь загуляли, да, а метро работает до часа ночи, и потом открывается 5:30, на такси сюда будет дороговато, ребят, ехать, потому что не ближний свет от центра, вот так. А сейчас про плюсы. Первое, что мне бросилось в глаза, нет бомжей, каких-то маргиналов, непонятных людей, полудурочных, ребят. Обычные люди спокойно, вот я с камерой хожу, не боюсь, что кто-то заберет. То есть безопасно. Плюс, обратили внимание, да, в каждом подъезде есть консьерж. Ребята, ни одного не нашел без консьержа. Везде. Тоже плюс, ребят. И при этом коммуналка стоит столько же, сколько у нас в Петербурге без консьержев. Где иногда подъезды страшные, облупленные, да, 100 лет без ремонта. Вот такой парадокс. Я дошел до станции метро Волоколамская. Смотрите, вокруг какой большой, красивый, зеленый оазис. Парк. Еще меня приятно удивило, это инфраструктура, ребят, все в нормальном состоянии, не запущенном, да. В общем, представляете, какое удовольствие не просто вот здесь пройтись, видео снять раз в жизни, а выходить из дома и видеть это каждый день. Класс, ребят, поэтому, ребят, конечно... Все стремятся в Москву, потому что условия другие для жизни, да? Они лучше, однозначно, чем в регионах, ребят, что тут спорить. Обратно я не хочу ехать на метро. Слушайте, здесь МЦД, попробуем доехать на нем, да? Карта недействительна, а почему? Я сам из Питера, по этой карте я не могу в центр уехать, да? Это в метро только. А сколько стоит проезд? У нас МЦД, да. Сколько стоит проезд? Не успел! Придется ждать. Зато вид какой открылся, друзья мои. Смотрите, Москва-река, да? Там дома. Это уже, видимо, новый район. Ну и дорога шумит. Следующая приехала через 10 минут. Заходим. Так, как бы нам где-нибудь в окошко сесть, да? Кстати, прикольнее ехать, чем на метро, да? Картинка хотя бы меняется. Все, ребят, вот мы и под Кольцевой проехали. Какие высокие дома строят уже даже рядом с МКАДом. О! Пробки московские, да, сверху так красиво смотрится. Слушайте, хорошо, что я поехал на электричке. Красота невероятная. Чем ближе к центру, тем выше дома. За полчаса и вместе с тем достаточно в комфортных условиях мы с вами... Ничего не забыли? Доехали до кольцевой ветки, станция, площадь 3 вокзалов. Как альтернатива метро, ребят, вот так. Так, выход здесь. Нам на Кольцевую, Комсомольскую, прямо. Друзья, я хочу напомнить, что я сам из Санкт-Петербурга. И если вдруг вы захотите посетить северную столицу, вы можете написать мне, у меня есть контакты собственника, кто сдает квартиры посуточные рядом со станцией метро Беговая, да. Так что обращайтесь, мой WhatsApp, Telegram внизу. При заселении, если вдруг вам потребуется регистрация, ребят, без проблем сделаем. Вот так, пишите, рад буду помочь. Все, коршуны! Пожалуйста, вот вам шум центра Москвы. Заказывали, да? Получайте. Все, ребятки, я вас обнимаю, целую. Через пару дней жду на канале. Мы уже завтра с вами вот прямо отсюда, с этого вокзала, отправляемся домой. Я буду снимать видео «Дорога в Петербург первым классом». Ребята, билет 25 000 стоит. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Через пару дней будет, хорошо? Все, пока.